рубеж огня к бою. Мне военный объяснил, я 10 выстрелов сделал. Мам, ты не палач на гибель, но метро выйдет, что почти. Мы сейчас в региональном командовании уходим от того метода, как раньше было, то есть вышел в поле, люди живут в палатках или закапываются в землю. Мы сейчас все-таки рассматриваем вопрос, что бытие определяет сознание. То есть даже здесь, в полевых условиях, личный состав должен располагаться таким образом, чтобы можно было жить, отдыхать, при этом напрягаться в условиях боевой подготовки. Для того, чтобы не изнурять личный состав, а учить действовать его в бою. Вот на данном учебном месте отрабатывается норматив номер один – подготовка для стрельбы лежа. Выполнение норматива номер один. Показчиком руководить. Влево, вправо, вперед. Я так думаю, что с октября мы уже будем завозить сюда людей, заезжать на неделю. И в течение недели люди будут заниматься здесь, именно в поле, учиться военному делу настоящим образом. Выполнение норматива. Приступить. Сразу же понимаешь. Да.